Постоянному представительству Якутии при президенте России в Москве завтра, 16 марта, исполняется 95 лет. Юбилейный день начнется с торжественного собрания постоянных представителей Якутии в Москве и коллектива этого учреждения. Речь будет идти о вкладе работы постпредства в развитие нашего региона. Почетные гости примут участие в памятной церемонии у бюста первому постпреду Максиму Аммосову, установленному 5 лет назад. Торжественно откроют и галерею постоянные представители Республики Саха-Якутия в стенах здания на Красных Воротах, где будет упомянут каждый из 27 руководителей учреждения, начиная с момента его основания. Представительство Якутии в Москве, открывшееся в 1922 году, одно из старейших региональных представительств в стране в целом. Мы отмечаем о том, что мы самые старшие среди автономных республик, которые образовали здесь постоянное представительство. Мы исходим далекий 22 год, 16 марта, когда появились первые проблески того, что Якутия должна здесь иметь представительный орган. И первыми представителями были Максим Кирилович Аммосов представителем и его команда, состоящая всего из двух человек. Сегодня нам 95 лет. Вот сегодня ведем переговоры для того, чтобы отметить вот этот год, событийный ряд, таким памятником, который останется на века. Мы ведем переговоры с правительством Москвы о том, чтобы в Москве появилась Якутская роща. Поскольку идет программа в этом году «В Москве миллион деревьев, год экологии», подарить лес другу, во все эти акции вклинивается то, чтобы увековечить наше здесь присутствие. А заключительные 385 лет нашей совместной жизни в составе российского государства, большого, светлого, такого праздника, который главой это обозначено, это в ноябре, декабре мы в Москве проведем дни.